это показатель того, что наша Кировская область достигла такого развития и имеет такой потенциал по своей перспективе, то к нам заходят такие крупные силы. Не все регионы они дошли. Это 36-й регион России, который это все покрывает. Это 9-й регион нашего ТПО с 14-й, где Кировская область. Поэтому для нас это очень важно. Мы считаем, что развитие конкуренции в торговой сети – это важный элемент понижения цен, повышения качества обслуживания покупателей. Все надеются, что при каждом купюрочке нам тоже будет европейский уровень качества обслуживания. Кроме того, мы надеемся и за пониманием Кировской пятерочки, что наши товаропроизводители местные будут широко представлены в этой сети. Есть принципиальная договоренность, что эта торговая сеть будет участвовать в двух социальных проектах, которые в этом году область будет организовывать. Это карта милосердия для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. И это акция «Покупай вятское». Поэтому действительно в этом магазине должны быть и достойные цены, и хорошие скидки. Поэтому я желаю развития данной сети, я желаю всем покупателям хорошего настроения и выгодных покупок.